Всем привет, дорогие зрители! Я сейчас нахожусь на высоте над крепостью Алании. Нашел супервиллу по очень хорошей цене. У этой виллы вид никогда не закроется. Дорогие зрители, 4 плюс 1 вилла. Здесь общий бассейн. Проект был сдан 13 лет тому назад. Есть также Айдат 200 лир. Своя территория. Сейчас все покажу. Влажность высокая. Это нехорошо видно. Но глазами я смотрю, вообще обалденный вид. Вилла находится в самой середине. Хвойный лес. Двухэтажная вилла. Тут несколько вилл. Итак, у нас здесь как бы балкон, а также как терраса. Смотрите. Маркиза у нас автоматически открывается. Попадает солнышко. Все автоматизировано. Закрывайся. Дорогая бытовая техника тут у нас фирмы Миеле. Уже хотите купить? Сразу говорю цену. Не буду морочить никому голову, ни себе. С дрона я съемку не сделал, потому что показываю так напрямую. С дрона вы с высоты же не будете смотреть на этот вид. Прямо с балкона будете смотреть. Цена виллы 311 500 евро. Есть маленький торг, но есть. Все. Смотрим. Так. Верхний этаж. Так, утюг качественный также. Первая спальня. Хозяйская. Кондиционеры здесь все фирмы Mitsubishi. Королевский кровать. Первый санузел. Бытовая техника фирма Миеле. Сушилка, стиральная машинка. Ванна. Окошко также есть тут. Тут детская комната. Также есть кондиционер Mitsubishi. Ламинат по всей квартире. Мраморные лесенки. Спускаюсь я вниз. Мраморные лесенки также. Металл. Гостиная совмещена с кухней. Ой, какая красота. Идите тут в телевизор фирмы Samsung. Дорогой тоже. Ах, красота. Вау. Акустика фирмы LG. Есть камин, а также его можно как духовкой пользоваться. Сюрел фирма. Дрова тоже здесь оставит хозяин. Кухня. Бытовая техника Bosch. Плита, вытяжка также Bosch. Миеле посудомойка. И по цвету он нашел ретро-холодильник фирмы Vestel. Туда я в конце пойду или нет?
Туда пойду, потом туда пойду. Давай, определись, Агаси. Гостевая комната. Также есть телевизор фирмы LG. Кондиционер Mitsubishi, инверторный. Жить и кайфовать тут. Не надо никуда уезжать. Дайсон у нас. Пылесос. Второй санузел. Поточно нагревается фирма Siemens. Душевой кабинкой. Вторая полноценная санузел. Так, здесь шкаф. Итак, хозяин сделал для себя отдельный уголочек, зона барбекю. Здесь прямо остановка. Машину можете оставить прямо на этой дороге и прямо спуститься вниз. Расстояние отсюда до моря, дорогие зрители, 7 километров. Без машины сюда никак не добраться. Можно там верблюда найти, там осла, лошадь. Долго будет двигаться. Так. Ковер мягкий такой, что за фирма? Балкончик. Сели. Позавтракали, поели, посмотрели красоту эту. Няшка. Вилла пирожочек. Она 3 плюс 1 полноценная, но сделали, увидели 4 плюс 1. Хороший балкон и мебель также. Интернет все тут есть у нас. Видите, стоит спутник специально для интернета. Также вот эти зонтики открываются. Кажется, они тоже автоматические, да. Автомат с пультом открываются. Бибиш делает. Крылья. Все обдумано. Шланг. Вот. Уходить не хочу. Освещение где у нас тут? Это балкон. А, включим свет. Сейчас я спущусь к бассейну и покажу вам бассейн. Ай, какая красота. Так. Спускать я к бассейну. Так, вот вилла. Тут соседи также есть у вас. Спускаемся по этим лейкам. Спускаемся. Потом там спускаемся. И бассейн перед этим, перед этой виллой. Так, вот отсюда можно также с той стороны спуститься. Здесь видите, вида нету такого, крыша закрывает. А у этой виллы потрясающий вид, восхитительный. Няшка, мяшка, мяшка. Я не туда спустился. Да, с той стороны спуск. Покажу вот отсюда. Вот такой бассейн. Большой. Да,
Надо еще туда спуститься, кажется. Да. Вот оттуда спускаетесь, отсюда выходите, туда идете, вниз купаетесь, наслаждаетесь жизнью и потом возвращаетесь себе домой. Итак, дорогие зрители, цену я уже огласил, не буду еще раз повторять. Звоните, пишите, плюс 90-555-064-91-10. Какой вид, сейчас отсюда тоже покажу. Мочито. Красота. Всем пока-пока.